Торнадо Энерджи! Противник уничтожен. 2 damage. Здарова, ребят, в этом видосе я постараюсь вас не сильно грузить различными характеристиками танка, я просто расскажу вам свое отношение к новому британскому ЛТ 10 уровня Мантикора и почему лично у меня никакого желания его качать не возникает. На мой взгляд, эта ЛТшка полная фигня, и это я еще сдерживаю в своих выражениях. Итак, ребят, давайте покажу вам двух победителей с прошлого ролика. Вот они у вас на экранах. И, соответственно, в этом ролике тоже выиграть голду можно. Оставляйте лайк или дизлайк под роликом. Очень рекомендую поставить лайкос, чтобы разработчики нас услышали. А также пишите комментарий по теме ролика, что вы думаете о британской ЛТ Мантикора. В конце комментария указывайте свой танковый ник. Все очень просто, а мы начинаем. Я поиграл на Мантикоре, у меня и к ней есть ряд претензий. Во-первых, чем хорош этот танк? Разработчики, скажите, пожалуйста. Вы же любите отвечать на вопросы игроков. Пожалуйста, это очень важный вопрос. Чем он отличается от других ЛТшек 10 уровня? В чем его фишка? Альфа такая же, как у большинства других ЛТ. У подавляющего большинства других ЛТ 10 уровня альфа тоже 390. Есть индивидуумы с 320, но у них даже ДПМ выше. У этого танка перезарядка, ребят, с хорошим оборудованием, с хорошими экипажем 11 секунд. То есть ДПМ отсутствует как таковой. Да ладно бы ДПМ отсутствовал. Можно там ППТ-шить, ПТ-стайл поиграть. Но скажите, почему ограничение в 16 снарядов? Только не надо мне писать, а куда там поместится еще больше снарядов, ведь корпус у танка маленький. Окей, у нас аркадная игра, куда поместить бесконечное количество нематериальных снарядов внутри танка, вот в такую вот маленькую коробочку, которую вы называете боеукладкой. Я не понимаю, почему всего 16 снарядов, почему у всех других танков, даже у гребаного, блин, Шеридана на 150-миллиметровой фугаснице аж целых 28 штук. Мне кажется, этому танку надо делать боекомплект хотя бы 30. Я выстреливаю за пол боя эти 16 снарядов, как нечего делать. И это при том без какой-либо активной стрельбы. Ну вы вот в этом бою увидите, вот просто засекайте, через сколько после начала боя у меня кончатся снаряды. Это при том, что большинство снарядов мне еще удалось пристроить. А с точностью у пушки 0.38 на 10 уровне, да, и с отвратительнейшим временем сведения 2-3 секунды. У танка, кстати, отсутствует стабилизация. Разработчики сделали танку офигенную вещь для того, чтобы игроки не стреляли на нем на ходу. Да вы сами просто посмотрите вот в записи видео. Они сделали ему такую стабилизацию. Ребят, напомню, что время сведения — это не время с момента, как вы начали сводиться, до момента, как вы полностью свелись. Это время, за которое сведение в два раза уменьшается по площади, грубо говоря. Поэтому сводится эта ЛТшка бесконечно долго. И покажу вам отличный пример, почему меня эта ЛТ вообще ничем не впечатлила. Разработчики ссылаются на то, что это маленькая ЛТшка. Да, она маленькая, но у меня никаких проблем в нее попасть не было на абсолютно любом танке. Она выносится как нефиг делать. У нее нет брони. У нее всего два члена экипажа. Вам придется очень сильно напрячься, чтобы понять... Почему после 9 уровня, где у вас было 3 члена экипажа, вам придется какие-то перки, которые вы качали специально для 3-го члена экипажа, перекачивать заново. А на этот танк можно посадить только 2, да это еще не все. Если хотя бы одного выносят, перезарядка ухудшается вдвое. То есть вы получаете вместо, извиняюсь, 10-11 секунд, 11 это в хорошем случае, больше 20 секунд. Отлично. А если вам не повезет и вынесут 2 членов экипажа, 2, можете смело писать в ЦПП, а почему у меня у танка остались ХП? Мне многие такие вопросы задают. А я не могу продолжать бой. Да потому что вывод из строя всех членов экипажа приравнивается к уничтожению танка. Когда у вас всего 2 члена экипажа, вывести их не так уж и сложно. А теперь смотрите, ребят. Боекомплекта нет. Маскировка... Извините меня, у колесников маскировка лучше. У этого танка хорошая маскировка. Но по факту, что мы имеем? У остальных ЛТшек 10 уровня чуточку маскировка хуже. В результате они видят примерно одинаково друг друга. Обзор 400 метров. Но, да, есть ЛТшки на 10 уровне и с 390 обзора, но есть и Шеридан с 420, тоже никакой не топовый обзор, такой же, как у всех остальных. То есть, по сути, тут даже лошадиных сил меньше, чем у многих ЛТ 10 уровня, но он маленький.
Поэтому он вроде бы как едет неплохо. Максималка 68. Да такая же, как у всех остальных. 65-70 плюс-минус на 10 уровне. Вот эти показатели прыгают. То есть он ничем не выделяется из основной массы других танков. За исключением того, что у него основные под калибра пробивают 250, а голдовые 270. Пробитие — это единственная фишка этого танка, но реализовать ее крайне сложно, потому что что? Правильно, сведение отвратительное, стабилизация отсутствует. Многие снаряды, вы вот в этот момент, когда я сейчас займу верхнюю полочку, сможете увидеть. Я выцеливаю противника, мантикору и другие танки, но у меня нет времени, да, для того, чтобы эффективно откидаться, полностью свестись. При этом еще и разброс на пол экрана, точность здесь отвратительная, хоть и 0.38 по ТТХ, но ощущается, как будто здесь все 0.4 и более. Соответственно, даже если вы полностью свелись, на дистанции этот танк вообще отказывается попадать. Ну, то есть, вы выцеливаете, вроде бы как видите, что вы целитесь правильно, и вроде бы как снаряд так правильно летит, но нифига не пробиваете. А не пробивать здесь нельзя, очень маленький боекомплект. Вот и смотрите. Обзор такой же, как у всех остальных, плюс-минус. Маскировка такая же, как у всех остальных, плюс-минус. Подвижность такая же, как у всех остальных, плюс-минус. Альфа такая же, как у всех остальных, плюс-минус. При этом хуже. Показатели комфорта ведения огня. Он просто адово долго сводится. У меня ощущение, я за что на Шеридине не играю. На топовой пушке, на притоповой там все хорошо. Потому что она адски долго сводится. На ЛТшке невозможно стоять и адски долго сводиться, вас просто-напросто убьют. На дистанции это можно делать, потому что вас не видят как бы некоторое время. Но на дистанции его пушка крайне неэффективна, а запас снарядов не позволяет тратить их на то, чтобы стрелять с дистанции. А на средней и близкой дистанции его даже СТшки и тяжи все равно светят. Но это обычный ЛТ 10 уровня. У него нет никаких преимуществ, а недостатки в виде экипажа, отвратительного сведения, малого боекомплекта и так далее, я вам уже в этом видео все обозначил. Вот и получается, что лично для меня нету никакого стимула прокачивать мантикору. Если вы находите, поиграли уже на общем тесте, я, кстати, не играл на девятке, восьмерке, семерке, потому что их просто тупо в бой не кидает, никто не играет на тесте на низкоуровневой технике, или мне так не повезло. Ну, в общем, пишите в комментариях, что вы думаете о мантикоре, а для меня это танк все. Если с ним ничего не сделают, я даже в его сторону смотреть и не собираюсь. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.